наиболее часто встречающимися нарушениями нашего законодательства в сфере контроля иностранных инвестиций являются непредставление ходатайств, либо уведомлений, либо информации. Самое частое – это когда на наш запрос информацию приносят на нескольких листочках. То есть считают, что это все, что нам нужно, и информация не является полной, и это уже является нарушением. Есть определенная статистика за прошлый год, за 2016 год, например, были наказаны 10 юридических лиц, и сумма штрафа, например, поступившего в наш бюджет за это полугодие – это около 500 тысяч. Надо сказать, что законодательство, в общем-то, у нас лояльное. Закону почти 10 лет, и он непрерывно совершенствуется. У нас уже третий пакет поправок – скоро, надеемся, вступит в силу. Советом Федерации одобрен законопроект, ну, наши, так скажем, заключительные поправки, которые направлены на совершенствование законодательства об иностранных инвестициях и на более точное понимание иностранными инвесторами нашего законодательства. Разъяснения, разумеется, можно получить и через общественную приемную, и написать по электронной почте в электронном виде запрос. Мы открыты, готовы и всегда разъясняем.